Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина Брилева. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь, мы начинаем. Сегодня у меня в кадре вот такие вот ручки. Этому маникюру уже 6 недель. Отлично сохранился, ничего не выгорело, несмотря на яркое солнце, жаркое лето. Все хорошо относилось. И я приступаю к снятию материала. В первую очередь, конечно же, обрабатываю ручки антисептиком. Об этом не стоит забывать, этим этапом нельзя пренебрегать. Дезинфекция рук – это обязательная процедура перед началом маникюра. Сняла предыдущее покрытие твердосплавной фрезой на 25 тысячах оборотов. Работаю я при этом твердосплавной фрезой с синей насечкой. Теперь опиливаю длину и форму. Делаю такой же миндаль, просто чуть-чуть короче. Шлифую этой же пилочкой ногтевую пластину, чтобы не было никаких бугров, впадин, и приступаю к следующему этапу. Теперь выполняю маникюр. Фрезой пламя с синей насечкой 0,23 диаметра вычищаю птеригий. Сначала обрабатываю левую сторону на форварде, затем правую на реверсе. Следующим этапом, влажным спонжем, который я уже предварительно смочила мыльной водой, протираю полностью ноготь, смачиваю кутикулу, убираю всю пыль, и теперь можно срезать кутикулу ножничками. Если нужно, дорабатываю синусы и боковые валики наложницами. Наложницы у меня всегда находятся в крафт-пакете, так как это мой незаменимый инструмент. После этого обезжириваю все ногти нейл-препом и прохожусь праймером. Это у нас считается уже подготовка к покрытию. Сегодня будем делать необычный френч, но под него нужно выбрать камуфляж. Выбрали сегодня розовый цвет, номер 18, от торговой марки Yopoche. Покрываю все ногти в один выравнивающий слой. Этого слоя нам достаточно для подложки под френч. Выравниваю его хорошо. Проверяю со всех сторон, дорабатываю тонкой кистью и отправляю в лампу. Работаю конвейерным способом, то есть по одному ноготочку.
Сделала палитру из вот таких вот ярких неоновых оттенков. Будем использовать сегодня их все. Для того, чтобы у нас получился красивый плавный градиент во френче, подбираю цвета, схожие по оттенкам. Например, из кораллового цвета в желтый и далее в зеленый. На всех ногтях делаю разный френч. На большом ногте у нас из розового переходит в коралловый и далее в оранжевый. Тоже очень красивое, нежное, плавное сочетание. Просушила все ногти в лампе и теперь перекрываю матовым топом. Матовый топ у меня торговой марки Attica. Он имеет дисперсионный слой после просушки, поэтому обязательно его нужно вытереть. Просушиваю окончательно в лампе, вытираю липкий слой, и получается такой очень плюшевый классный эффект. Вот такой вот у нас получился яркий, летний, сочный вариант френча. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю крепкого здоровья, до новых встреч, пока-пока!